Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – 6-й микрорайон. Общественный транспорт – место быстрого распространения вирусной инфекции. Заходя в автобус, не забывайте надевать маску. Соблюдайте дистанцию. После поездки обрабатывайте руки антисептиком. И помните, ваше здоровье в ваших руках. Автобус рухается до автовокзала. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – средняя школа номер 14. Автобус рухається до автовокзала. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – электромодуль. Автобус рухається до автовокзала. Поважанные пассажиры, своечасово оплачивайте проезд. Билеты вы можете набыть у кондуктора. Оплаченный проезд – гарантия якости послуг. Thank you.
месяца. Рынок электромодуль. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – аптека. Автобус рухається до автовокзала. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – улица Миру. Автобус рухається до автовокзала. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Yeah.
Двери зачиняются. Наступный припынок улица Франциска Скорины. Автобус рухається до автовокзала. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Франциска Скорины. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – поликлиника. Автобус рухается до автовокзала. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – великий гостинец. Автобус рухается до автовокзала. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Двери зачиняются. Наступный припынок –
парк Пировой. Автобус рухается до автовокзала. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Рынок, парк Пировой. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Палац культуры. Автобус рухается до автовокзала. Рынок, Палац культуры. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – магазин «Аликор». Автобус рухается до автовокзала. Общественный транспорт – место быстрого распространения вирусной инфекции. Заходя в автобус, не забывайте надевать маску, соблюдайте дистанцию. После поездки обрабатывайте руки антисептиком. И помните, ваше здоровье в ваших руках. Магазин «Аликор». Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – средняя школа номер 7. Автобус рухается до автовокзала. Thank you.
всем. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припынок. Улица Буйницкого. Автобус рухається до автовокзала. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Припынок. Улица Буйницкого. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припынок. Автовокзал. Концевой. Автовокзал. Концевой.